включила. Хочу показать, чем я вымываю свой унитаз. Соляная кислота. Я специально унитаз не мыла. Пошла купила его. Смотрите, вот какой он грязный. И сейчас, не знаю, быстро он вымывается, короче. Открываю бутылку. Заливаю совсем немножко. Вот. Совсем немножко. Беру щетку. И начинаю вымывать. Сверху, снизу, крышку. В общем, все. Вот, оно прям разъедает. Можно туда вовнутрь в бачок залить. Я специально не вымывала его, чтобы показать, чтобы он грязный. Мы когда сюда приехали, он такой, он был весь в камне желтом, грязным. У кого сильно грязный, можно на ночь вообще залить, он будет идеальный. Сейчас можно вот так. Я покажи поближе, видно, как вымылось прям. Он был у нас полностью вот тут от мочи, все в камне был. И прям до самого дна, когда мы сюда приехали. Мне моя тетя сказала, надо менять унитаз. Но я нашла вот эту соляную кислоту, мне подсказали. В строительном магазине, кстати, она продается. И все. Заливаешь. Вот мы давно его не мыли специально, чтобы показать. И вот я чувствую, как щеткой. У меня есть камень. Чувствую. Видите, как он помылся сразу. Вот. Идеально стал белый. Прям идеально белый. Крышку можно. Кстати, у нас опять сломалась. Не знаю, что за крышки такие делают. Крышку не обязательно снимать. Она опять сломалась у нас. 500 рублей стоит крышка. И она больше, чем полгода не служит. У нас ломается. Так. Сейчас, стой. Нет, не выключай. Я сейчас... Ксюша, уйди. Я с тазиком что-то снимаю. Так, видите? То есть это надо еще немножко на ночь поставить, чтобы оно идеально вот это ушло все.